Можно я просто свою позицию, да, выскажу? Ваша позиция, все, зачем нам она дать? Еще раз хочу подчеркнуть, что давайте закончим. Мы готовы, да, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что да, наша работа. Она там мерила вообще силово тасан. Ничего. Оправдывающего, ничего обнадежного нету здесь. Да, дорогие коллеги, сейчас мы организованно, но, пожалуйста, прошу свернуть плакаты. Мы свернем, пройдем по Тынистанова до Абдымамунова и на Старую площадь. Там ровно выстроимся и будем проводить в течение получаса там митинг перед домом правительства. По тротуару только, не выходим на дорогу, не выходим на зеленые насаждения, только идем по тротуару, без нарушения законов. Дергуля, дергуля. Вы что, не поможете? Будут наниматься на краткосрочные договора, где без предупреждения, без защиты, соцзащиты и так далее, на нанятие судовых, значит, этих товарищей будут увольняться, наниматься будут на краткие сроки работники опять. Далее отменяют повышенные зарплаты на ночные смены, на сверхурочное время, праздничные, овертайм и так далее. Нарушаются все конституционные трудовые права человека. Мы против всего этого. Мы будем отстаивать свои требования до конца. Я скажу, мы вот от профсоюза пришли встретиться с премьер-министром Темир Сариевым. Так как он те годы говорил, если он был бы премьер-министром, решал бы социальные вопросы. Мы учителя, педагоги, на нас никто внимания не обращает. Как можно к нему подойти и поговорить?